Эта королева цветов лета не дождалась. Несмотря на то, что на календаре только начало февраля, по ее биологическим часам самое время расцветать. Опередили время и ее соседи. Рядом с розой распустился еще с десяток подснежников. И это неудивительно. Уже долгое время термометр не опускается ниже нуля, а последнюю неделю показывает более 10 градусов тепла. И это в феврале, традиционно самом холодном зимнем месяце. Синоптики уверяют, аномалии в этом нет. Всему виной серия теплых южных циклонов. Южный циклон нам несет усиление южного ветра и повышение температуры, так как воздушная масса идет с районов Средиземного моря, с районов Северной Африки. Такие чудеса не удивляют ни природоведов, ни дендрологов. Специалисты не бьют тревогу и уверяют, окружающая среда от теплой зимы не пострадает. Зимние эти потепления, декабрь, январь, февраль, они периодичны. Это не так страшно для растительного мира. Но слабейший, может быть, даже и погибнет, но сильнейший выживет. А вот для севастопольцев непривычная зима стала приятной неожиданностью. Теплые шубы переживают спячку в шифонерах, а их обладатели с удовольствием прогуливаются налегке. Сколько я тут живу, но самая теплая зима. Теплее вроде еще не было. Вообще в этом году зима нас очень сильно балует, очень тепло. Вот прям очень радостно так живется. Мы даже вот как институт пары закончились, мы сразу вот на лавочке. Так хорошо. Погода нам очень нравится. Да. И за последние 15 лет мы не помним, что это было тепло. Я северянка, поэтому для меня это как-то необычно. Поводом для беспокойства такая погода стала лишь для аграриев. Вместо марта фруктовые деревья почувствовали весну в начале февраля и уже готовятся к опылению. Сейчас они беззащитны, как никогда, говорят специалисты. Если после столь теплых деньков ударят морозы, урожая не будет. Почка уже вот-вот начинает развиваться. То есть пошло движение уже внутри растения. Для плодовых культур вот эта аномальная температура, конечно, не нужна. Сейчас лучше всего было, если бы были легкие минусовые, до 10 градусов температуры. А вот для озимых опасность уже миновала. В этом году аграрии ожидают хороший урожай. И легкий морозец пошел бы им только на пользу. Морозы должны быть для закалки растений. Экстремальные условия уже не страшны. И их не будет таких. Если нам повезет, в мае, в июне месяце еще будет осадки, то мы будем с урожаем. По прогнозам синоптиков, морозы в ближайшее время в Севастополь не нагрянут. В отличие от прошлого года, когда была зафиксирована исторически минимальная февральская температура минус 16. На этот раз столбик термометра неуклонно стремится подальше от нуля. Анастасия Крапивко, Павлина Гаркуша, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».